Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Госдеп США обвинил Россию в агрессии против соседних стран. В пятницу на конференции в Берлине, которая называлась «Уроки 1989 года. Свобода и наше будущее», госсекретарь США Майкл Помпео подверг резкой критике внутреннюю и внешнюю политику России. Об этом сообщает Интерфакс. Глава Госдепа заявил, что Россия вторгается к своим соседям, уничтожает политических оппонентов и подавляет независимость Православной Церкви Украины. Он обвинил российские власти в применении полицейских рейдов и пыток против крымских татар и украинцев, противостоящих российской агрессии. Помпео добавил, что до сих пор на российском Кавказе, в частности в Чечне, любой человек, которого власти считают нежелательным, просто исчезает. Также глава Госдепа сообщил, что энергопоставки в Европу не должны зависеть от России. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.